Всем привет! Сегодня мы с вами полистаем вместе такую вот книжку с иллюстрациями из сказок. Книжка «Тонкий картон». Она проклеена, не прошита. Здесь у нас есть даже первая иллюстрация. Здесь, наверное, принцесса-лягушка и белоснежка-яблоко и Золушкина-туфелька. Так, книга у нас апрель 2019 года, и здесь представлены миниатюрки из тех иллюстраций, которые даны в этой книге. Бумага очень тонкая, и я думаю, что водный материал она не выдержит. Красавица и чудовище нас здесь встречает. Некоторые сказки я не знаю, как они называются, но иллюстрации очень красивые. Это я так понимаю, что это Золушка. Туфельку потеряла. Русалочка. Очень нравится мне эта иллюстрация. Ну, вообще, здесь все красивые, конечно, иллюстрации. Я думаю, карандашами вполне можно будет раскрашивать, и будет получаться ярко и красиво. Не обязательно раскрашивать какими-то водными. Я так думаю, что это дюймовочка. Красная шапочка. Девушки все очень красивые. Вот это вот я не знаю, что это за сказка. Ну, возможно, может быть, Беляночка и Розочка. Я вот так думаю. Ну, это не точно. Если вы знаете, то можете написать. Так, здесь Снежная королева. Очень красивая иллюстрация. Мне очень нравится. Принцесса-лягушка. Такой колодец, не колодец. Ну, похоже на колодец. С удовольствием буду раскрашивать. Шахерезада. Прислала мне эту книгу Диана в подарок. Диана, огромное тебе спасибо. Рапунцель красиво, тоже очень. Столько косичек, волосы. Ну, здесь, я думаю, Белоснежка, растут яблоко. И тут, как я понимаю, ведьма. Или колдунья, как это назвать правильно. Принцесса на горошине. Пожалуйста, вот маленькая горошинка. Спящая красавица, это, наверное. Здесь вот можно поучиться тоже порисовать как раз и северное сияние. Вот здесь медведя. Аладдин. Вот видите, даже мужчина присутствует в этой раскраске. Не только девушка. Не только девушки. Восточный замок. Да, здесь много разных принцесс. Иллюстрации, конечно, мне очень нравятся. Кот в сапогах. А это, я так понимаю, Джек и бобовое зернышко, по-моему, так оно называется. Так, а здесь у нас начинаются повторяться те же самые иллюстрации, но два раза. То есть
если у кого-то есть желание раскрасить еще раз, например, или как-то по-другому, то можно раскрасить вторую половину. Ну, а так, вот такая вот книга, очень красивые иллюстрации. Надеюсь, кому-то мой обзор был полезен.